Всем привет! В эфире Этнографика, Виталий Штыбин. И сегодня у меня особый случай, особый обзор, которым я хотел бы с вами поделиться. Вышла, наконец-то, моя первая книга, научно-популярная, историческая, этнографическая. «Танцы, горы и каштановый мед». Вышла она в издательстве «Ридера», доступна уже в продаже. О чем эта книга? Это собрание, вот, наверное, всего, с чем я сталкивался за последние несколько лет, и включая еще данные экспедиции Шапсугской 2018 года, которые я попытался органично собрать в виде единого сюжета, в виде таких трех глав, ну и изложить все, что знаю вообще на тему истории Северо-Западного Кавказа и на тему культуры и этногенеза черкесов-адыгов и еще дополнительно, в частности, причерноморских шапсугов. Первая глава книги «Танцы» посвящена мировоззрению, внутреннему миру черкесов, адыгов. Вторая глава посвящена истории региона, взаимосвязи с ним, с этим народом. И третья часть, третья глава, первая, вторая глава – горы. А третья глава – каштановый мед, посвящена природе, окружающему миру причерноморских шапсугов, который вот тому, как он повлиял на них, как сформировал их, ну и вообще какой быт и почему он такой именно, быт этого народа. В книге много ссылок на полезную информацию в виде QR-кодов, инструкции там тоже имеются, как им пользоваться. Значит, сделаны ссылки на видеоматериалы, на разные изображения, полезные сайты. Ну и также нам главный сайт, который сопровождает эту книгу, медиатека shapsug-book.ru, на которой в хронологическом порядке, соответствующий сюжету, выложены фотографии и изображения, которые как бы сопровождают сюжет книги. Вы можете их посмотреть, в общем-то, в открытом доступе на сайте, и в одной из вкладок сайта есть ознакомительный фрагмент, там выложена первая глава книги, которую можете почитать, прежде чем делать заказ, да, и если вам понравится, сделать, в общем-то, покупку книги. Книга доступна в трех вариантах сегодня. Это на сайте издательства Ридера электронный вариант книги, который можно заказать, купить, собственно, оттуда. И печать по требованию от одной штуки, там уже, значит, это мягкая обложка в формате А5. Изготавливают ее примерно 2 недели и высылают вам после заказа. Также, в общем-то, книга будет доступна в интернет-магазинах Litres и Озон в ближайшие недели-две. Есть еще третий вариант, такой более удобный, более дешевый. И я могу у издательства заказать, в общем-то, какую-то определенную партию книг в твердой обложке, которая будет стоить дешевле, чем мягкая обложка на сайте. Сейчас я открыл предзаказ, в общем-то, набираю до середины октября по предзаказу заявки на, значит, книжку. То есть вы можете оплатить предзаказ, я вас поставлю в очередь на эту книгу, и как только там к 14 числу наберется определенное количество, мы закажем этот тираж. Это будет твердая обложка, она будет дешевле, чем на сайте, и она придет примерно в конце октября. А в первую или даже скорее вторую неделю ноября я вам ее вышлю по вашему адресу и с подписью, с автографом моим на книге. Если вы в Краснодаре, то я смогу передать лично вам. Или будет в конце октября еще небольшой спецтираж там в книжном магазине «Кот ученый». Это Чистяковская роща в Краснодаре, книжный рынок. Там будет автограф-сессия, но про даты я скажу позднее немножко. Бесплатная доставка в этом случае гарантирована с моей стороны, Почтой России по России. В общем, для получения всей подробной информации о том, как заказать книгу, где почитать ознакомительный фрагмент, посмотреть изображение, смотрите в описании к данному ролику. Вот, и можете связаться по любому представленному в описании контакту со мной, если у вас возникнут какие-то вопросы или вы хотите сделать заявку. Ну и на этом, пожалуй, все. Буду рад всем комментариям, благодарностям, вопросам. И если поделитесь с друзьями этим видео. До новых встреч. Всем пока.